Год 2013, февраль месяц. С огромным удовольствием приехали в фирму «Автостекло» у Альберта, которая располагается здесь, на остановке «Родина». Чего тут от «Родины» осталось, я понятия не имею, но пересечение Комсомольской и улицы Советской. Все, что надо. Хорошее стекло, качественное, любых наименований и замечательное AGC. То есть сегодня и сейчас, прежде чем вам установить автомобильное стекло, надо подумать, а кого мы показывали на протяжении последних 10 лет. Так вот, Альберт, ему исполняется практически 10 лет, как мы работаем вместе. Так что приезжайте и ставьте здесь автомобильные стекла. Мы специально заострили тему на таких сюжетах. Дело в том, что обыкновенный сервис «Автостекло» у Альберта как занимался стеклом автомобильным, так им и занимается. Люди другие ходят и направо, и налево, трепятся о том, что работают здесь. Это неправда. Я, конечно, понимаю, то, что любо другим, вкуснятина не детская. Да вот ни у кого конкретно столько оборудования я не видел. Про склад и остальное в оконцовке. Без этого-то никак. А вот то, что делается, ну не совсем легко, но как-то без надрыва. Взять, к примеру, обыкновенный Hyundai Santa Fe. Я своей специально продемонстрировал, как и из чего собран любой кроссовер. Любой, который продается у нас. Ну да, это жесть прессованная, по мере сил укрепленная, и честно, да любой мужик практически гаечным ключом расколупает все то, что продается у нас. Конечно, хотелось сохранить молдинг. Но сори, у нас так вклеивают автостекло, что не получится. И опять, ничего страшного. Да потому что молдинги и тут есть. Честно, на все есть. Ну а если нету, то задний привезут. Итак, старое стекло нафиг. Новое ставим борское. Еще раз напомню, в автосервисе «Автостекло» у Альберта в наличии стекла на большинство. Если не на все иномарки, и по периметру тоже. А также на все отечественные автомобили. Хотя это не Китай, конечно, но и у нас, походу, есть все. Я, конечно, рано или поздно попытаюсь мотаться в Борск. Но если его купил японский автопром, то какие проблемки-то собрать все из того, что есть? И вот уже и молдинг, и флюсы, и грунтовка, и стекло. На такой странный, но переделываемый корейский среднеразмерный сюфчик. Огромное удовольствие к вам в очередной раз приехать и убедиться в том, что вы никуда не делись. Вы работаете как всегда. Все у вас отлично, так? Ну да, у нас все отлично. Так же все продолжается. Работаем две смены. Также у нас две точки, которые находятся. Одна на вокзальной, 5-2, другая вот здесь в данный момент, Советская, 20А. Вот. Работаем мы без выходных, с 9 до 8. Работы хватает. Также у нас идет резко триплексы на спецтехнику, так как много тракторов появилось. Тягачи, где стекла достаточно дорогие, мы можем предложить более дешевый вариант вырезать. Вот. Ну и также мы занимаемся установкой стекол лобовых, боковых на все виды автомашин. Так что мы также все работаем по-прежнему. Я обратил внимание на то, что люди-то не меняются, в смысле, вот они работают и все, и куда-то бежать им не хочется. А остальные люди, которые на всех углах говорят, мы вот от автостекла у Альберта, откуда они вообще взялись? Ну, они к нам приходят, они знают, что здесь дают пожизненную гарантию. Здесь доставка стекол от суток. То есть, если в данный какой-то момент нет этого стекла, мы буквально, я говорю, в течение суток привозим, мы это стекло устанавливаем. Это особенно касается тех боковых стекол, которые разбивают у нас в городе. Ну, вот мы судим по этому, сколько у нас разбивают. Это достаточно большая трагедия. Вот день бывает по 2-3-4 стекла разбивают боковых стекол. Это вылет детских садов воруют там на автостоянках. Это, и они к нам приезжают. И мы буквально уже на следующий день ставим им данные стекла. То есть не приходится ждать, как, допустим, в официальных салонах, там, по неделе, по месяцу. Они к нам приезжают, и мы им буквально в течение суток все это доставляем. Так вот, мы знаем, что вы собираетесь развиваться. Вы собираетесь стать самыми большими. То есть будет большой комплекс, несколько ворот, вот, и люди там могут просто жить, получается? Ну да. Мы сейчас, вот, в связи с тем, что, как говорится, увеличился объем работы, мы не справляемся уже просто-напросто. Люди, когда к нам приезжают, у нас всегда заняты. Поэтому мы как бы решили построить большой автосервис в районе Московской, это на Химчистке, где будет обслуживаться достаточно
порядка 5-6 машин сразу. То есть сразу загоняем. То есть люди, которые нам звонят, мы сразу говорим, приезжайте. То есть не надо даже не записывать, ничего. Подъехали буквально в течение часа, установили стекло, ремонт. Там тоже буквально 10-15 минут заехали, буквально на 10-15 минут сделали ремонт и уехали. Вот в связи с тем, что у нас большой объем сейчас работы пошел. И сейчас ждем, как говорится, весны, лето. Там, когда люди начнут уже брать из гаражей машины, тоже уже увеличится объем работы. Вот мы к этому времени хотим постараться уже построить автосервис. Так что приезжайте туда, будем ждать вас. Естественно, в оконцовочке кадры со склада. Естественно, все, ну или практически все в наличии. Вопрос? Тогда покажем вам весь новый сервис. Да, думаю, скоро. Место хорошее, и тогда у остальных будут мозги болеть по теме того, как хоть чуть-чуть себе урвать. А не получится, я думаю. Хотя здесь сегодня была живая очередь. Там ни очередей, ни поиска в наличии не будет. Вообще, если честно, то более чем приятно на выходе из пипеца, который впаривают все бизнесмены, видеть того, кто, расширившись в 6 раз, даст всем мудрую задачку. Как победить-то сильнейшего? Так вот, вам ведь надо понимать, что никуда больше ехать не надо. Если затеяли поменять автомобильное стекло, любое, лобовое, заднее, боковое, без разницы, едем сюда, на остановку Родина, точнее, это перекресток улицы Комсомольской и Советской. Здесь меняем любое стекло, ставим его и через буквально минут 40, может быть, час уезжаем. Да потому что все продумано. Да потому что именно здесь работают специалисты высшей категории. Это автостекло у Альберта. Так что знаете, куда ехать-то надо.